Когда вот эти процедурные вопросы все будут решены, и она официально станет депутатом ПАСЕ, с этого момента ее содержание под стражей в Российской Федерации без согласия ПАСЕ будет незаконным. Два решения могут быть юридически приняты. Они или освободить ее немедленно, и второе, если они примут решение, что она должна быть предана суду, и суд должен решать ее судьбу, они должны официально спросить согласие у ПАСЕ на привлечение ее к уголовной ответственности и содержание под стражей.